Здорово, давненько не выпускал ролики, формата бустер заходит, не находите? Да. Для тех, кто не в курсе, в чем смысл, я захожу на аккаунт свыше 6к ММР и пикаю героя, на котором не умею играть. Естественно, на протяжении всей игры со мной в Дискорде сидит человек, умеющий играть на данном персонаже и всячески старается мне подсказывать. В моменте, когда мы понимаем, что игра проиграна, я выхожу с аккаунта, а бустер, в данном случае это ГГУПЛНАЯ, будет пытаться перевернуть игру. Да-да! Влад Маликов, он же ГГУПЛНАЯ, имеет свыше 11к ММР, а также огромное количество игр на темпларке. Посмотрим, что у него получится. Че, я беру на ФП? Да, можешь вроде на ФП взять, типа без разницы. Просто я не знаю насчет кода пиков. Ну, тебе там какой-нибудь Хускара пик, либо Вайпера. Страшно против них стоять? Ну, на мизе, ну, не страшно, просто неприятно, нужно уметь стоять. Пошел, хамы! Опа! Ну, это невероятная ситуация, что делать? Давайте ФБ на нижний руд. Парни, я тоже хочу ФБ, я тоже хочу участвовать. Он загрит его. Это что-то невероятное. Я такого никогда. Пацаны, кстати, деду надо просто. Ой, парни, я такого в жизни не видел вообще. А что, мы-то будем запускать next игру, ты понимаешь? Я не знаю, но вдруг что-то произойдет в этой игре, ну кто знает. Так, ну что, я умыть номер телефона оставить, будет только поем там. Давай, давай. Ну все так. Давай. Если что, звякнешь. Давай. Как вы понимаете, бустер должен зайти в момент, когда игра уже почти проиграна. На счет 4-15 в нашу пользу и ощущение, будто Владу тут делать нечего. Но в любом случае игры бывают разные, поэтому давайте посмотрим, что будет дальше. Может быть, враги смогут камбэкнуть. Репорт фантомки. Что это, видос на обитание обезьян на 6К? Ну типа. Ну чё, продолжаем тут играть? О, тут, наверное, сет, кстати, есть на темпларочку. Как тебе вот модный приговор? Норм. Парни, ну а если у вас есть тоже пару ненужных шмоток в инвентаре, то у меня для вас интересная новость. Партнеры Bets4Net позволят тебе прогнозировать любые киберспортивные матчи, но не реальными деньгами, а скинами из игр. Поэтому не спеши продавать их за копейки, кажется, я нашел им применение. Bets4Net. Все хотят жирные коэффициенты. Короче, по поводу, можно еще в лобби сыграть, ну не сегодня, это просто как ролик, который мы можем свой сделать, это типа сыграть в лобби, ну, на бабки, один на один, грубо говоря, то есть... С кем? Ты и я, типа, но имеешь в виду персонажей? Ну ладно, с тобой, ну, так и ровно, что у нас ты... И персонажи, как бы... Да я тебя просто уничтожу. Это видеосообщение намекает на то, что мы собираемся выпустить ролик в формате один на один на деньги, поэтому ставьте лайки для скорейшего выхода. О, мипарь, кайф вообще. Так, скорее всего, мы будем стоять против мипаря. Что покупаем? Ну, если ты плотный топор, я бы взял именно статы, именно дэмэдж. То есть я бы взял бы себе сразу носок, наверное, либо перчатку плюс топор. А, я, кстати, вспомнил. Мы, по-моему, ёлки-палки. Слушай, я вспомнил, как я играл с Курсоном через мелт. И там было не очень. Забей, ты через третий играй, либо через первый. Все, пошли. Ой, ну я случайно тычкнул. Пот очень хочет задонаить, и у него вышло. Как у него вышло? У меня и больше дэмэджа, и топор. Че, качаем? Блин, вот он так играет. Хочется, да? Я был бы, да, уже бил бы гостил. Давай, на, ботишка. А на какой должен быть ботл? Ну просто вот, что ради интереса. Ну, с таким закупом там 2.30 примерно. Вот как тебе? Ну это, да, ошибки случаются, так сказать. Блять, ничего, он заходит, я и так не могу мышкой попасть. Ладно, а как тебе патч, что добавили крипов, которые дезармят? Неприятно, да? Неприятно. Еще вам еще неприятные крипы для топарки, которые пассивку вырубают. Какие все-таки крысы на мипрях играют? И поэтому на нем играешь, да? Ничего себе, ребят, вы даете. А у меня нету, да? Ой, какие плохо. Понятное дело. Ну, стоп, это еще не мой дизраптор? Пойдем Хускара убьем. Как тебе идея? Такая, знаешь, не отвратительная. Поэтому мой нуб это сделал, да? Ой, может трепу взорвать с горы? Не повесилось, кстати, на него. Сейчас я уже почти попал.
Ну так я, в принципе, играю на топорке. Retard alert! Retard alert, class! Ладно, у меня идея простая. Мы сейчас просто покупаем дизолятор. 5 раз умираем. Ладно, нет, такого не будет. Я боюсь зайти, там меня просто... Ну, конечно, да. Надо через тени убить его. Не успел. Что, на меня прыгнет, да? Убил, да, убил. Да, мел пал, да, я немножко. Я, к сожалению, не могу просто так туда сейчас зайти. Тише, братишка, ну... И все-таки за то, что мне можно было помочь, на самом деле, ну ладно. А что-то покупаем, нет? Да, РПКБ. Просто тут нет никаких промежуточных предметов, это так должно быть? Ну да, да, да. В этой игре нужно именно быстрый темп играть, потому что один момент они соберутся в вас, пойдут. И тебе нужно в этот момент, наверное, БКБ даже. Я просто даже, скорее всего, БКБ делал без даггера. Неверно. Кто этот человек? Просто кто? Как он, интересно, взял? Топор есть. Понятно, да, но... ГГ-катки произошло прямо сейчас. Чё такое? Что случилось опять? Я поезд быстро, бро. Ну, я просто титана вот вчера взял. И нормально все. Скоро буду уже топ 100. Чё, блинк, да, теперь? Да. Ой-ой-ой-ой. Чё, он прыгнет, значит? Да, он на меня, естественно, на меня. Сейчас. А, я думал, что он меня не видит. Плохие новости. Тасил. Можно было еще и в амбрейс. Поебать эту игру из-за того, что я твою просто мать убил. Я думаю, мне кажется, можно здесь сделать типа кристаллис МКБ, вот я еще об этом думаю. А по-моему, я, кстати, сдох. МКБ? Ну, понятно. Ну. На Мипаре вообще нормальный парень играет. Ну да, такой. Тини просто встал. Ладно, знаешь, я понял, это проблема... Это просто скрытопульный аккаунт. Ну не обзываются так люди в нормальной игре. Он сам все ТП сбил. Да, этим в первом. Да, испугался. Опа. Блин, я не успеваю. А ты не убьешь его, мне кажется. Я вообще не пойду туда один. Ну все, наша катка. Темпларк это скучный герой. На Темпларке нельзя пойти 500 киллов наделать из-за того, что... Не, можно, кстати. Просто, ну, не вот такая ситуация, допустим. А там и парень вообще спрятался, ты видел? По-моему, ты сейчас не уйдешь отсюда. Да. А, ну хекс есть, например. Да. Возможно, кстати, он пришел бы, влетел раньше, я думаю. Тебя еще вернули. Как-то интересно, они это сделали потом. А чё вот Мипарь, ты вот играешь на Мипаре, допустим? Раньше играл, когда он был адекватный. Вообще неадекватный был, когда он сильный был, играл. Он сейчас тоже сильный, на самом деле. Да ну не-не-не. У нынешних мизеров он слабый. А слушай, а ты играл с новой шмоткой хотя бы раз? Вот эта, которая меняет твой урон на магический или на 5 ударов? Ну я играл на магах только на нем. Место рапиры только если вложить. Ну да, вот именно. Тогда... Ну не, скейл будет, да, скейл будет. Плюс ты в гасты будешь бить, понял? А, так может быть реально вроде, потому что я ути не могу говорить, потому что вот. Да, можешь попробовать. Так, ну гоу тестить, мне супер интересно, что еще будет происходить. Да, надо переждать, надо отсидеть, типа отсидеться так в тени, короче. Да, переждать себе БКБ, вот все, мы запомнили, у этого нету БКБ. Не прям может попробовать. Ну, давай. А где ДМГ?
Ну все, все кончилось. Да. А чё, жалко, там КД, да, огромное. Блин, КД огромное, да. Ну, блин, очень мало, 5 ударов и КД огромнейшее. Так, я хочу еще раз попробовать. Ну-ка. Ну, у тебя 5 ударов. Давай. Ну да, за 5 ударов я убиваю, без армора считаю. Да. Баним просто инстантли пуджа. Нафиг его. И темпларочку пикнуть. Не дай бог. Так это и работает. Ну что, давай по стартовому билду опять же. Против визажа можно даже в демедж выйти, там купить какие-то носок себе большой, опять же. На ПТ сразу. Вот это, да. Да, да. Здорово, парни. Здоровенько. Как у вас, делишки? Выигрываете доту? Тихонечку. Добряки. Ну просто диссонанс сразу такой. Были. Ты проигрываешь? Я, ребят, пока что страница красная, я прошлого ливнул. Сэп и не ливай. Че, мы фаст ПТ или все-таки принести себе какой-то... Не, ботл можем взять здесь. Танга может даже не стимить, конечно, даже бить не будет, мне кажется. Ну не, он бьет, но не сильно помогает. Там сажа, конечно, легко стоит. В парке стоишь, просто крипов кэсишь. Ну да, вообще чуть ли не фулл кэс иметь, и вообще никак не мешает. Блять, как я вот не добил... Да что ты будешь делать? И чел, ты что, шутишь? Ну какой-то, ну, я не знаю, он мудак на сажа, он неправильно бьет крипов, и меня это смущает. Ну, значит, ты неправильно делаешь, уже идти уже на руну. А, потому что сейчас Питер разведет. В принципе, мне не повезло с руной. Ну, точнее, она просто не там появилась. Под собой трек позови. Под собой. Нету. Кто я сил? Да, сейчас будет. Бро, ну все, успокойся, у тебя нет. Тут спула. Так сделаем и тупо нажмем. Рэп. Да. Почему они не атакуются через атаку? Но они не атакуются через атаку, это неудобно. Ладно. Больно, бро. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове. Ну чё, плюнь еще раз. Ну, я думал, рефракцию он вкатил. Ну, почти. А я хочу на базу сгонять, вот имеет смысл так делать еще? Да нет, у тебя хп есть, я кларите просто принес бы штуки 3. А, ну сейчас тебе Саша на базу отправит, в принципе, нормально все будет. Да, рез остановил. Как? А, тут синий висп. Почему-то я думал, что синий висп в моей команде. Ладно, я понял. Ну, да, бывает. Не, вообще, была бы тут венга. Я бы стамблингом задолжил. Твоя драка какая-то. Это мне надо. Это время показать себя пришло просто. Братишка, ну стой, wait a bit. Моему нужно... А, ебать, а что это, мы проиграли файт, типа? Ну, типа да. Полная залупа 4 на 5 играет. 1-5 у меня? Как у тебя? Ты... Ну... Давай так. Рабочий момент. Давай так, ты сможешь зайти и потом ни разу за игру не умереть? Давай это челлендж своеобразный, просто ни разу не умереть. 1-5? Ну давай. Хорошо, так, если... выходи. Да, выходи. Я выхожу. Не, ну если ты сейчас зайдешь и сразу же спидишь, тоже нормально будет. А все. Вот это. Умереть. Гол. Ой, досты действительно пригодились. Можем их убить, парни. Бай нас прилетит сейчас на респе. Виспа Субая. Хорошо. Ну это победа, не файт. Это мой. Это твое, кстати. Время еще не пришло. Что, блядь? Ой-ой-ой, это кто? Видная ситуация. Я думаю, они в тилте. Ты еще и жадничаешь. Ладно. Анслибан, отпусти меня!
А. Ладно, это нормальный прикол. Ты сейчас умрешь здесь. Минус дизоль. Такая вот фраза. Опа, летят. Присесть, нет? А, уже застыли нажали. Слушай, ну 8 секунд без тебя. Думаешь, он в струну пойдет у нас? Ну... Думаю, что сейчас у них еще упадет. Висп опять байнулся, но Висп молодец в этой игре. Хочет выиграть на Виспе. Неприятно идти инвизор. А, гем не взять, потому что слотов просто нет. Гем. Да. Че, гоу вместе, парни, хоть раз за игру соберемся. Так ты пока стоишь, долбоёб, блядь. О, летят. Так они летят под кого-то. Не надо. АБКБ. У тебя есть сесть, чтобы малт задеджить. О, этот. Как же больно этот Тимбер делает. Как же он делает больно. Теперь у вас есть мега-крипы. Никогда не понял, почему у вас, когда у врагов мега-крипы. Ну да, крипы наши. Да, крипы. Да. Ну ты правильно сказал, я тоже об этом думал. Сам не было, что ты обзываешься.